Ох ты ебана, да. Ну чё, плюсы? Сейчас. Я готов. 6 секунд. Я готов. Я готов. Что там, рубашка есть? Да, есть, конечно. Все. Сейчас еще раз 6 секунд слип. Сейчас. Все, погнали. Сейчас слипну опять тела. Угу. Сгусток зла в таргете. Угу. Я сбил таргет, я вон весь ушел. А, тут опять. Маночка. Меня заливает. Тебе заезд. Единицу добиваем. Четверку. С хила спала. Тройку, тройку. Там заезд еще. Тройку, тройку, тройку добиваем. То есть мы у них двоих залили, пока хил спал? Да. Ну, Страж тоже спал, если хил не успел снять. Нет, Страж не спал. Страж отклоп от него не было. Единицу. Показатель просто хороший. А, труп, двойку. Да единица ж мертва. Да все, все, я понял. Пятерку, 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 Сим, у нас Сим бегает. Пятерку заливаем. На атаке не сидит, хорошо. Добиваем. Ну все, здесь один танк спал. Десерт. Страж спал ему, понятно, дело, что он спал. Он ЗС-ку таким, какая ему нравится. Он спит и похуй ЗС-ки. Катя сама справилась. Я просто бегал по кругу, как пони. Там они, по-моему, сейчас вот с той стороны, мы, по-моему, тут должны сидеть. Нет. Нет, так мы и должны сделать здесь сидеть. Вот прям здесь сейчас мы где сидим, мы тут и должны сидеть. Они должны. Они сейчас... появляются, пошлите вниз. Они не, стоят... вон они, вон нет, сядь. Они. Жень, сядь, туда... они сами туда бегут, оставьте. Если нас просядут, ну, просядят, мы вот туда вот пойдем. Вот да. С этой стороны. И будем драться вот на этом центре. Сейчас слипа не будет. Но у них тоже куча всего не будет из ЭС-ки, так что лучше плюсовать им, пока у них откаты. Но они еще даже не подбежали в кучку, то что им пусть соберутся, да. Сейчас через 30 секунд у меня все усилки откатятся и просто будем усиливать как боги. У нас три человека не нуждаются в откатах, а у них почти все откатные. Ну я тогда. У меня каст еще остался, я еще не кидал. Да. У меня свой сейчас откатится через 20 секунд. И я, ребята, вообще даже, блядь, ни разу ни одного скилла не потратил, так что у меня тоже все. Все при себе. Авто. Пойдем. Плюсуйте, ладно. Ну, сейчас я опять спать буду. Подожди, да. Син на меня сел. Сходу, чашка. Виницу бьем, бьем, бьем. Заездка, тройку. Нечем выпрыгнуть. Женю, Женю, Женю. Тяжим, тяжим, не тяжим. Да все норм, тройку бейте. Ух, ёб ты, блядь! Лада просадили. А что это было? Это резкий резкая смена ассистов, называется. По-моему, сейчас будет резкая пиздюли, короче, резкие. Денису. Единичка еще жива. Да, единичка жива. На мне заездка была. Так, мы сейчас в бой не идем, можем резнуться и... Да я знаю, знаю. Посмотреть. А куда убегает волк-то, блядь? Он убежит. Враг, что ли, блядь? Ему. Ать, мне Син не дает хилить. Но ведь это логично. Песком посыплю. Блядь, немка. Сука, нечем банка воткать. Банка воткать. А что им там что-то дали, да? Да чашку там все дали, что было все дали. Волш меня держит, так. Так, сейчас мы должны отходить к себе, и они должны на нас нападать. Не, мы должны в центре быть. Да? Сейчас будет вот здесь месиво, в центре, вот мы здесь сидим. Хорошо. Так, они чашку дали, да, какую-то сраную? Ну ладно. Хорошо. Или нет, или отходим к себе. Вот и я говорю, что к себе надо отходить. Кстати, надо было мобов всех полутать. Ну ладно, похуй. Да, пускай воняет, не мешает. Ну сейчас будут все слипы, сейчас норм будет. Та норм, то оно норм, конечно. А что? Ну у них не будет этой рубашки. Она еще будет. Не успеет отходить. Поверь, будет. Я просто по своей рубашке смотрю. Ну ладно. Будет так будет. Плюсуйте, че вы? Да. Так. Сорг держит Мишу в таргете с этого ганнера. Ну понял.
Проклад сейчас будет на атаке, не? И будет. А чё они, блядь, не вбегают, суки? Тупые. Четверку, четверку пересаживаемся. Угу. На атаке не заезд. Четверку садимся. А он умер. Тройку. Четверка умерла. Тройку. Влад. Я знаю, что умерла. Он жаль, еще ее не снял. Добивайте. Терку. Пять. С зимочки рубашка спала. Порал. Добиваем пятерку, добиваем, добиваем до конца. Терку добейте. Хорошо. Единица. 40 на мне. Отъебись, петух. Да ему уже хуёво. Да все ему, да. Ну, пиздец. Двойку. Блять, меня бьют. Ебитесь, блядь. Шестерку. Вот сволочи, ну Влад, садятся. Угу. Речь не брать, пожалуйста. Слушай, печальки не будет? Нет. Серёг, нет, оставь рубашку на Влада, они не так сильно... Не-не-не-не-не, все правильно, если рубашка будет на меня, они Женю просто зальют. Я бы не сказал, что они способны кого-то залить под тобой. Он-то себя не хилит, когда его заливают. Понимаете, я просто жмусь на усилки. У меня вот все усилки как были с того ПВП, ну, можно их использовать. Они так, слышь, их так и можно. Он просто если бы я прожал, все было нормально. Нормально. Да, но ладно, теперь прожимаю усилки, у меня каст в откате. И щиты в откате. Вот граница только будет. Через, да, 50 секунд. Оставь границу, но потом. 18. Слипа не будет. У тебя тоже не будет, да? Минута, да. Надо, короче, сейчас будет слипа использовать по одному. Давай по очереди, да, на хилан. Ну его нахрен, конечно. Ну да, логично. Врываемся сейчас прям с четверки сходу. Просто с четверки. Okay. Не с какого сорка, с четверки. Не держите его в таргете. Все единичку, да, таргете, держите. Держите единичку. Пиздяч вы в него тогда жалящие по откату. Давай. Все, я готов. И сразу рубашку. Есть. Пятерку. Пятерку. Бадиглад прикололся, наверное. Так, блядь, что за атаки, на атаке, на рыб. Мы спим. Успею я. А, сон, масон, масли был. Пятерку. Ухладыши. Я себе его выхилю, пиздец. Единица. Катя сбил исцеляющий барьер. Мне кажется, не вариант. Глада очень правильно вынесли, но следующую пятерку не очень. На кого? Хила? Он не был под рубашкой. Ебануться, блядь. Как они его отхилят-то так, блядь? Легко и просто. Под чаром, которого, кстати, кто-то говорил, не вариант не бить. Я хуею просто. Все, я обзавел. Я вот был... Смотрите, не залили пятерку, она просто не дала мне вас хилить. Вот и все. А кто, кстати, кто говорил, что чар ДД? Он в СС? Он в саппорте. Да. Ну, он, кстати, хуярит просто. Вообще. Ну, он хуярит, но он в саппорте. Не, что мешает в саппорте хуярить? Не, надо, если единица под рубашкой, то тройку заливать, иначе пиздец. Да, блядь, это просто было жестко, блядь. Они его выхилят, ебанутся, у него нет хп, блядь. А что, у них кастом был? Походу, да, потому что они выхилили сорка, просто пиздец. Ну, у них каст был, а чего хотели? Под кастом должны выхилить. Блин, как у нас так Лада просаживают быстро? Охуеть. Вот. Я прям не хочу ЗС-ку тратить просто нахуй на ДД-шек. Знаешь, нас заливают только когда Владу контролят. А так они не способны нас залить. Ну да, масслип вот этот был, это просто пиздец. Если б не масслип, да, это ж нормально. Так, давай, короче, ты... Чё на атаке накинуть? Ты хила слипой. Угу. Ну чё, плюсуйте, чё тут? Да я-то готов. Хули тут уже, как говорится. Кого? Четверку. Хорошо.
единицу. Да, мне куча говна всякого. Единица под ЗС-кой. Тройку. Слип, слип, чан спит. Заливай эту тройку. О, так. Пиздец. Да, блядь. Тройку льем. Да, блядь. Я просто сделать ничего не могу. Так, я из пиздюлей не выхожу, блядь. Есть. Повисла. Ну, пятерку. Вот чан тут промешать. Не, не давай. Дохиливать. Пятерку добиваем. Пусть со станов просто не выйдет. Все, он поднимает той. Все, да. Единицу. Сон. Пиздец, все спим. Вовремя. Да. Чан-то добил. Акина заливают. Чан-то добил, у них отхила больше нету. Так, и не успеет они залить, во-первых. А я не знаю, а как меня не, не слипнули? Шлон какой-нибудь там, я не знаю. Смотри, заездка на Влада норм, они когда на него бросают, все. Таргет у них теряется. Ну, они просто меня там пиздячили так, что я просто стою и ничего сделать не могу. На мне. Ну, может, понимаешь? Тебя не уронили. Хотя было пару моментов, думали. Ну да, что... я думал, все, пиздец. На мне там два ряда дебафов. Два ряда дебафов, купол и плюс Влад, которого не ассистит, он тебе спокойно выхилит. Я предлагаю ЗС-ку тратить тоже на хила, кстати, на нашу, на Влада. Ну, так, а я это предложил минут 10 назад. Потому что если они его ассистят сразу, то нам совсем пиздец будет. Кстати. Да. И увы, даже если ДД-шка у нас одна склеится, хотя бы если останется Влад у нас, то мы уже можем затащить. А вот если у нас не будет Влада, то уже мы идем просто в минуса каждый раз. Слушай, давай сходу, типа, так, они в курсе. Это два глада, ну то есть глада не надо второй раз пытаться залить. Не-не-не, сейчас не глада, сейчас будем на единицу пересаживаемся. Сразу, она, да? Под рубашка будет. Да, ну, я кинул слип на хила, может быть, не успеет. Не уже готово. Погнали. Они плюсанули. А, все. Плюсанули. На сгустка. Хил очень далеко. Единицу. Ага. Заездка на четверку. У них так или вырывается, как пиздец, как больно. Четверка. Меня сейчас. Все, надо уже переключаться. Бля, это притянули. На хила надо пали. Переключаться. Тройку, ассистим тройку. Глада, мы под этим хилом задальем. Я в парале, блять, это хуёво. Я тоже. Меня ассистили. Кать, каст есть? Нету. Две минуты еще как. Тройку льем. Пять немку. Я страшно кинул. Новая немка. Единицу. Угу. Я выдал все, что было, блядь. Очень далеко было, не надо шевелить, обижать. Убиваем. Мишу. Этот син меня бесит. Ну добейте, что он под нематой. Да не могу, нечем, скиллов-то нету, блядь. Пиздец, он под нематой сейчас добил. Ему второй раз немату врубило. Все, пятерку. Катя под нематой. Пятерку. Пиздец. Бля. Меня тупо убивает син. Ну. Он для этого и создан, как бы. Миша, ты куда пошел? Иди сюда. Да я просто посмотреть. А там уже не маленького. Так. Короче, предлагаю так. После того, как хила нет, у меня садится на глада, и все. Да, есть такой вариант. Ну, вот это вот, то есть, когда подходит... Ну, блин, мы должны либо глада вначале заливать, либо его потом ты уже не зальешь, когда он разбафался. Подождите, мне очень вот интересно, я усну, вы не убили единицу, почему? На нем была ЗС-ка? Да. Почему вы не сели на хила потом? Так хил потом умер как раз. Давайте с глада начинать. У них он бегал, да? Пиздец там бегал, блять. У них стражу жалко, он не кидает на глада, короче, ЗС-ку не кидает. Да, потому что он... Просто вообще никогда. Он не кидает на него заездку. Так что, ну, глада заливать можно смело. Глада первого, убирать одну массуху, одного ДД.
Одного, блядь, со снемкой, блядь. Кстати, это порал, по-моему, если не ошибаюсь, с его стороны. Кого первого залили вот последний? Меня. Женю. Так, слип есть у тебя? Томасис, пиздец, да, есть. Меня просто страж заебал, тогда. Притянули, значит, блядь, и все. Смотри, смотрите, сейчас будем два слипа давать. Я, как он скилл проснется, я еще раз его въебу. Хорошо. Я плюсую. Так мы с Глада начинаем? Да, с четверки. Держите сорка в ассисте. Да, сорка в ассисте держим. Он, сука, еще прожмет что-нибудь заранее. Ну, блядь, ну че они там стоят, блядь? Слипнул хила? Да. Такин. Очень жестко заливают. Я поднимаю той, кстати. Единицу. На Влада касс не попал. На единице за четверку, четверку добиваем. Женя, на Жене. Я теперь не могу слепить. Кого бьем-то? Тройку, тройку, тройку. Тройку. Сейчас слепал сразу, сказал, сразу зададим слепила. Хила, дожимаем. Да, блядь, что ж такое? Сколько станов-то? Не убьем Ахилла под чантом вот так. У нас минус ДД. Убьем. Окей. Мы в прошлый раз убили. Добьем. Добиваем. Потан. Блин, сядьте кто-то один на чанта просто. Пусть давайте Серега сядет на чанта. Я на чанте, добивайте. Ох, есть, сразу как хорошо пошел. Так, кстати, единицу. Все, пятерку. Да падай ты, блядь. Они заебали. Мы, блядь, на них бежим постоянно. Они, блядь, жмутся. Да нормально все, Миш. Да. Ну а что они будут у нас вырываться и ловить этим штормом? Нафиг. Все правильно, мы далеко и не всегда спим. Фу. Короче, смотри, когда заливаем после чего Глада. Я сажусь на чанта, вы садитесь на хила. Чтоб я ему мешал хотя бы, хоть как-то. Вот я ему сейчас, блядь, его помешал, застанил, просто все, хил сдох, нахуй, все. То есть, я говорю тройку, не обращайте внимания, что я чара пилю, вы вы ебашите тройку, а я ебашу двойку. Угу. У меня хоть син сразу садится на меня, он мне не дает хилить Влада. Вот, и у них тупо один садится на чанта, надо нам так же самое делать. А как они так быстро, блядь, меня залили, это вообще пиздец. Ну как? Да потому что я ловил... Это маслип, чтобы святость его снять. А вы чашку еще не использовали? Нет, чашка есть. Да въеби ты чашку вот прям сейчас. А не подожди, ну еще ж рано. Не, я просто понял, я знаю, что рано. Сейчас вот. Ну, мы когда, просто действуем по откату усилков. У нас вот как-то синхронно с Владом откатываются усилки, каст, усилки. Вот сейчас у него должны усилки, по идее, откатиться. У меня граница. Все усилки есть. А у меня граница есть. Вот. Видишь, ну, как бы не нужна чашка, не всегда. Все, так, все, я сейчас буду слипать. Я слипать хила, да. Ок. Первого Сатина, да? Да, короче, они сейчас будут заливать. Они сейчас кого бьем? А, врываемся в Глада. В Глада, четверка, потом. После чего присаживаемся на хила тройку. Я бью двойку. Так, после хила. Пятерка. А, помогаем добивать тебе двойку? Нет, двойку не надо добивать, оставь. Миша, ты лучше после этого хила садись сразу на пятерку. Окей. На пятерку бейте. Плюсуйте вы уже. А они плюсанули? Нет. Я не видел. Я не видел. Не, я просто жду. Я тут... Они каждый раз после нас плюсуют. Они ни разу сами еще не плюсовали. Не-не-не, было. Ба, один раз они плюсанули. Ох, не хочу. О, плюсанули. Четвертый. В Мишу. Троечку слипнул. Хил спит. Слипнулся хил, походу. Ну, четверку льет кто-то или нет? Бьет он четверку кто-то. Джикил врубил, блядь. Ну на четверке ЗСК теперь. Волша. Единицу. Все на единицу. Есть чем переслипать хила? Ой. Нет, я не прошел на него. Садитесь кто-нибудь на чанта или на хила кого-нибудь. Блин, мы так разобьем. Кинул. Единицу, все ассистим единицу. Нечем снять. Все, откатилось. Не могу, на мне тут столько, блядь, этого дерьма ебучего. Пиздец. Да чё они юзнули, блядь? Все юзнули. Пиздец, они все прожали, что ли, блядь? Ну, Глад Джикила прожрал. И на него дали рубашку. Конечно, там под Джикилом, блядь, знаешь, как заливается Влада. Я вообще удивляюсь, что мы еще держимся.
Да убить вы этого ебаного сорка, заебал, блядь. Не, ну тут уже все. Сейчас уже в сухую было. Ну извини, там сколько всего. Клад под джекелем, это просто пиздец. И под рубашкой. Блять. Кас тупо сбивают и все. Ну они походу все юзнули, потому что отхил был просто ебануться, блять, сорка, блять. Я не знаю, как его выхилили. Не знаю, мне кажется, что... Блять, сорка, ну под ими двоими мы их не зальем, блять, под таким отхилом. Надо на хила было кому-то садиться. Или сидели? Да нет. Да что? Толку-то, слушай, хила. У нас просто эти ДДшки просто забьют, еще плюс сорк. Пока мы будем бить хила. Нет, один человек садится на хила. Например, ты. Ну хорошо. Ну ты же ослипал. Ну конечно, вначале. Ну. А потом, сколько мы его заливали, мы просто этого сорка не зальем под. Минус? Почему минус? А, ну правильно, блядь, дали все, что есть. Угу. Ну пошли кэпа заливать, хули.